Александр Смит рассказывает, что он является участником секретной программы ЦРУ. В 1981 году его отправили в будущее при помощи устройства, взятого у инопланетян. Александр говорит, что на сегодняшний день его преследуют, поэтому путешественник вынужден скрываться. В рамках миссии, организованной ЦРУ, мужчину отправили в 2118 год, откуда он успешно и вернулся. Смит демонстрирует также доказательства своего путешествия, фотографию, сделанную в далеком будущем. Он сделал снимок сразу же, как только очутился на новом месте. На фото можно увидеть высоченные зеленые здания, которых нигде нет в сегодняшнем мире. Кроме того, путешественник делится некоторыми событиями из будущего и говорит, что уже в следующем столетии мир узнает об инопланетянах, о них расскажут сами власти. Вынудит политическую элиту обнародовать информацию, существенное изменение климата на планете. Новая информация объединит все народы на планете. Люди станут говорить на одном языке. На сегодня все новости. Пока.